Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 25 августа 2022 года. И мы, как всегда, начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. И если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день Овна вполне может ожидать сюрприз. Вот только звезды не говорят о том, какие эмоции он с собой принесет, положительные или отрицательные. Но эмоциональный всплеск будет, поэтому гороскоп советует Овну приготовиться к любому повороту судьбы и все происходящее воспринимать по возможности сдержанно. Бурное проявление эмоций, будь это радость или же огорчение, может иметь отрицательное воздействие на ситуацию. Поэтому задача Овна в этот день – держать свои чувства под контролем. Любовный гороскоп для Овна. Любовный гороскоп Овна предостерегает его в этот день от попыток давить на любимого человека, неважно, какие приемы для этого он будет использовать, крик, уговоры или беззастенчивую лесть. В этот день Овну захочется настоять на своем в каком-то серьезном вопросе. Однако звезды предупреждают, что делать этого не стоит. Есть большущая вероятность того, что его мнение в этот день окажется ошибочным, а идеи непродуманными. Так что если Овен не хочет наделать ошибок в этот день, ему надо забыть о том, что такое авторитаризм, применив в отношениях с избранником модель европейской демократии. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. День может преподнести Овну немало сюрпризов, причем самых непредсказуемых. Возможно, у Овна откроются глаза на какую-то ситуацию, или коллега поведет себя неожиданным образом. Такие моменты могут немало его развлечь, а также отвлечь от работы. Интриги, тайны, сенсации – это, конечно, все увлекает больше отчетов и монотонных рабочих процессов. Однако Овну в этот день не стоит забывать, за что ему платят зарплату. В противном случае она может оказаться меньше, чем он рассчитывал. Телец. В этот день телец не склонен к компромиссам, как говорится, кашу с ним в этот день точно не сваришь. Он готов отвергнуть любую идею или предложение только потому, что не является их автором. Работать в команде или отдыхать в компании друзей с таким настроением непросто. А вот отстаивать свои интересы да вполне себе возможно. Если телец давно не мог добиться своего от чиновника или неприятного вам коллеги по работе, гороскоп предлагает в этот день отправиться к ним на переговоры. Может, конечно, и не договоритесь, зато пар спустите и покажете, что с вами шутки плохи. Любовный гороскоп для Тельца. Гороскоп предупреждает, в этот день Телец рискует влюбиться. Если он свободен, бояться нечего. Что ему терять, кроме свободы и спокойного сна? А вот Телец, находящийся в отношениях, в этот день должен оградить себя от подобных опасностей. Если вам вдруг покажется, что кто-то рядом с вами намного привлекательнее вашего избранника, вспомните о том, что вы просто не видели этого человека утром, с непричесанной головой и нечищенными зубами. Впрочем, в этот день у Тельца есть шанс влюбиться в кого угодно, даже в собственного супруга. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В этот день гороскоп обещает Тельцу достаточно накаленный в эмоциональном плане день. Как нарочно, коллеги или клиенты будут то и дело испытывать его терпение. Гороскоп советует Тельцу стравливать пар, потихонечку ворча на окружающих, выговаривая ноутбуку или рассылая злобные письма должникам. Иначе можно попросту рвануть на работе как бомба, что не слишком хорошо отразится на его самочувствии и уж тем более имидже. Если не получается изменить ситуацию, просто постарайтесь изменить свое отношение к ней. Возможно, эта мысль позволит в этот день Тельцу вернуть внутреннее равновесие и хорошее настроение. Близнецы. В этот день гороскоп советует близнецам поискать вдохновение у других. Подсматривайте за коллегами, домашними и детьми. Они совершенно точно подскажут вам решение занимающего сейчас вас вопроса. В этот день близнецам очень полезно перенимать чужой опыт, изучать что-то новенькое, читать. Здорово, если в этот день вас ждет обучение, вы сумеете почерпнуть много полезного. Близнецам стоит открыть сознание и вобрать максимальное количество информации, не сортируя ее на полезную и ненужную. Берите все, потом уже будете разбираться.
Любовный гороскоп для близнецов. Близнецы в этот день вряд ли смогут в полной мере сосредоточиться на работе или учебе. Их мысли будут заняты любимым человеком, отношениями, планами на будущее. Не стоит мучить себя, назначьте на вечер свидание, а если живете вместе, найдите возможность побыть со второй половинкой наедине. Близнецы, которые пока только ищут свою любовь в этот день, могут быть особенно обеспокоены этим. Гороскоп советует: не сидите сложа руки, действуйте. Что может быть проще? Пригласите симпатичного коллегу на бизнес-ланч, зарегистрируйтесь на сайте знакомства или сходите уже в конце концов на вечеринку. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день близнецам представится возможность реализовать лидерские задатки и продвинуться в осуществлении своих проектов. Звезды подарят им необыкновенную красноречивость и убедительность, что позволит с легкостью доказывать правоту и заставлять людей прислушиваться к своим словам. При желании близнецы в этот день смогут вдохновить подчиненных или коллег, убедить партнеров и даже клиентов. Гороскоп советует им брать быка за рога и не распыляться на посторонних. Не делишки. Рак. Не подносите в этот день к раку спички. Он огнеопасен. Чтобы большого взрыва не произошло, раку стоит принимать меры безопасности и по возможности отказываться от общения с неприятными ему людьми. В этот день сдерживать себя очень сложно, так что испытывать судьбу не стоит. Если же избежать общения нет возможности, гороскоп советует привлекать к себе как можно меньше внимания окружающих. Уж поверьте, лучше тихая потасовка в темном уголке, чем зрелищный баттл при скоплении публики. Рак в этот день настроен как боевой петушок, а потому может быть не прав. Зачем это афишировать? Любовный гороскоп для рака. В этот день отличное время для рака, находящегося в поисках второй половинки. Судя по гороскопу, ему даже делать для этого ничего не надо, достаточно запастись с утра хорошим настроением, а кандидат проявится уж сам. Что ж, побыть в пассивной роли прекрасной принцессы или принца в башне тоже иногда интересно. Раку стоит в этот день внимательно отнестись к новым знакомым, да и попытки бывших возлюбленных к воссоединению не надо оставлять в этот день без внимания. А вот рака, состоящего в отношениях, его вторая половинка в этот день может постараться обворожить. Не исключены приятные сюрпризы с ее стороны. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день рак на протяжении дня будет искать ответ на вопрос, что такое не везет и как с этим бороться. Могут случаться досадные недоразумения и промахи, которые расстроят его планы. Возможно, подведут коллеги или партнеры в бизнесе, на которых рак так рассчитывал. Гороскоп советует раку в этот день не поддаваться унынию. Не ошибаются только боги, вы же понимаете. Запастись терпением и позвольте себе и своей жизни быть немножечко неидеальными. Этот путь избавит рака от обид и разочарований, позволит ему по-новому взглянуть на ситуацию, а возможно найти из нее парадоксальный выход даже. Лев. В этот день льву следует повременить с реализацией намеченных ранее планов. Начатое в этот день дело может не принести желаемого результата и даже грозит полностью выйти из-под контроля и повлечь за собой череду неприятных событий. Гороскоп советует льву просто переждать неблагоприятный период, тем более что он будет коротким. Вы рискуете оказаться в центре шумной истории, постарайтесь как можно быстрее исчезнуть с поля зрения сплетников. В этот день льву лучше затаиться, не давать советов и не комментировать происходящее. Любовный гороскоп для льва. Лев в этот день окажется на пике своей сексуальной привлекательности. Дело не во внешних приемах, костюме или даже макияже, а во внутреннем состоянии. Во льве в этот день проснется первобытная сила, притягивающая противоположный пол своим животным магнетизмом. Так что ловите восхищенные взгляды и комплименты. Свободные львы в этот день получат шанс завязать интересное романтическое знакомство, а занятые как следует покормить свое эго. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день звезды предупреждают: максимализм и крайне независимая позиция льва могут сыграть с ним злую шуточку, рассорив с ним людей, которые могли бы оказать поддержку в делах. Гороскоп советует льву глушить тенденции дня, постоянно напоминая себе, что один в поле не воин. Доказывать всему миру свою самостоятельность в этот день уж точно не стоит. Командная работа зачастую дает гораздо лучший эффект. Тем не менее, льву имеет смысл постараться стать лидером команды. Дева.
В этот день Деве надо будет суметь отличить истинное от ложного. Этот день будет богат событиями, но, к сожалению, далеко не все они будут понятны. Гороскоп предупреждает Деву, что некто постарается нарочно вас запутать и повести по ложному пути, поэтому внимательно слушайте и смотрите, что происходит вокруг вас. Сопоставляйте слова и поступки окружающих и делайте правильные выводы. Деве не следует торопиться с реакцией на эти события. Пусть ключевой фразой этого дня станет фраза «Мне надо подумать». Любовный гороскоп для Девы. Если в последнее время Дева ощущала некоторое недовольство отношениями с любимым человеком, то самое время все исправить. Любовный гороскоп утверждает, что этот день – день склеенных чашек. Миритесь, если поссорились, вносите разнообразие в отношения, если почувствовали охлаждение. В развитии любого сюжета есть свои взлеты и падения, так что пришел момент набирать высоту. Дева, находящаяся в романтическом поиске, в этот день рискует погрузиться в любовные воспоминания. Не идеализируйте свое прошлое, лучше обратите свой взгляд на тех, кто находится рядом с вами и сейчас. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день неординарное мышление Девы станет для нее золотым ключиком, открывающим заветную дверцу к материальному достатку. Дева может испытать прилив вдохновения, что позволит найти нестандартное и наиболее удачное решение давно заботящего рабочего вопроса. Именно творческий подход поможет Деве подкинуть перспективную идею своему коллективу или с новой стороны рассмотреть зашедший в тупик старый проект. Звезды советуют Деве в этот день не бояться экспериментов и смелых идей. Многие из них имеют шансы на успешное воплощение в жизнь. Гороскоп для весов. В этот день весам может показаться, что события вокруг состоят из пунктирных линий, как будто отсутствуют элементы, позволяющие полностью понять, что же творится вокруг него. Гороскоп советует сконцентрироваться, поскольку все, чего недостает весам в этот день, это внимательности и решимости. Только внутренняя настройка поможет им дорисовать пунктир, понять, а если надо, то и изменить ход событий. Чтобы день принес удачу, думайте позитивно и внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. Любовный гороскоп для весов. В этот день весы получают все шансы положить в свою копилку любовных наград новый трофей. Не исключено, что в этот день они заметят, что кто-то из коллег, знакомых или сокурсников питает к ним особенный интерес. Что ж, если претендент вам симпатичен и вы не связаны обязательствами, то почему бы и нет-то в конце концов. Однако гороскоп предостерегает от ситуации, в которой весы будут использовать чье-то романтическое расположение в корыстных целях, а именно такой соблазн у них вполне может возникнуть в этот день. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день звезды дарят весам удачу в делах. В течение дня у них будут шансы проявить себя и, не напрягаясь, решить по ходу несколько рабочих задач. Весам, предпринимателям гороскоп предлагает вернуться к отложенным в дальний ящик проектам. В этот день вы сможете взглянуть на них под нужным углом и, возможно, разглядеть в них огромную выгоду. В целом, это благоприятный в финансовом плане день, когда можно получить больше прибыли, чем ожидалось, потратить меньше, чем планировалось, или найти новый источник дохода. Скорпион. Этот день может оказаться настоящим испытанием для Скорпиона. Ему придется сдерживать эмоции, что станет сложной задачкой. В этот день найдется повод и посмеяться, и поплакать. При этом делать это в полный голос будет нельзя. Сохранять покер-фейс непросто, а потому для снятия напряжения гороскоп предлагает Скорпиону запланировать на этот вечер какую-нибудь движуху. Помогут вечеринка, спорт или хороший отрыв спальни с любимым человеком. Любовный гороскоп для Скорпиона. В Скорпионе в этот день во весь рост поднимется харизма. В этот день в качестве главного достоинства предложена именно она. Яркая индивидуальность Скорпиона будет замечена и по достоинству оценена окружающими в первую очередь. А в первую очередь противоположным полом. Если в последнее время Скорпион чувствовал себя одиноко, то в этот день, благодаря особенной атмосфере дня, у него есть все шансы привлечь к себе внимание практически любого человека на Земле. Так что совет влюбленным Скорпионам в этот день – смело делайте шаг вперед, признавайтесь в любви, знакомьтесь, приглашайте на свидание. Поверьте, у вас все получится. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день звезды предвещают Скорпиону какой-то трудный
выбор, касающийся финансов. Это может быть неожиданно подвернувшаяся интересная вакансия, а может и предложение поработать сверхурочно или возможность получить чужую премию, переплюнув коллегу, конечно же. В любом случае, гороскоп указывает на неоднозначность выбора, которую наилучшим образом описывает выражение. И хочется, и колется. Скорпиону надо принять хорошо продуманное и взвешенное решение. Это убережет его от ошибок и будущих сожалений. Стрелец. В этот день Стрельца ожидают долгожданные перемены. Гороскоп говорит о возможном получении прибыли, встрече с человеком, которого вы давненько уже не видели, исполнение давно загаданного желания. Эти события могут выбить вас из некоторой колеи. Событие принесет с собой сильные эмоции, Стрельцу в этот день понадобится все его самообладание. Старайтесь держать себя в руках, и тогда день откроет перед вами интересные возможности, вы уж поверьте. Любовный гороскоп для Стрельца. Простые пути? В этот день Стрелец и слышать о них не желает. В любовных отношениях в этот день он готов идти исключительно задними дворами и тайными тропками. Гороскоп предостерегает Стрельца от интриг и иносказаний. Говорите с любимым человеком открыто, напрямую, без намеков и посредников. Это единственный способ прийти в этот день к пониманию и избежать обид. Стрельцу не стоит в этот день ждать, что вторая половинка поймет его без слов. Надутые губы и взгляд из-под лобья, детские примочки, которые не ведут к решению проблем, а лишь способны усугубить конфликт. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день звезды не советуют Стрельцу действовать в делах напролом. Лучше использовать обходные пути для достижения своих целей. Избегайте прямых разговоров и вопросов в лоб. В этот день ваша тактика – это тонкие намеки с дальним расчетом. Человека иногда достаточно просто подтолкнуть в нужном направлении, чтобы он нашел верное решение. Таким образом, Стрелец может успешно донести до сознания руководства и коллег свои планы, не выдавая себя, и получить хорошие результаты. Козерог. В этот день Козерогу стоит сосредоточиться на самых простых радостях жизни, таких как вкусная еда, общение с друзьями, приятный шопинг, прогулка по красивым местам, например. Звезды гороскопа утверждают, в этот день вам надо совсем немножечко, чтобы почувствовать себя счастливым. Все уже у вас и так есть, так что при легком усилии вы сможете прийти к полной внутренней гармонии. Даже при возникновении мелких неприятностей в этот день Козерог сумеет легко с ними справиться. Любовный гороскоп для Козерога. В этот день Козерога с утра будут обуревать страсти. Не то, чтобы он всю жизнь мечтал о спокойных, размеренных отношениях, ему не чуждо любовные фейерверки, но тот накал, с которым есть шанс столкнуться сейчас, способен удивить даже самого опытного Козерога. Да, этот день в плане эмоциональном не имеет ничего общего с пасторальными мотивами спокойной и размеренной жизни. Скорее, его можно сравнить с гонками на спорткарах. Но, к счастью для Козерога, гороскоп предрекает в этот день ему вместе с бурными эмоциями и бурную любовь. Так что ближе к вечеру Козерогу стоит одеться поярче, выпить бокал красного винишка и вперед, навстречу романтическим приключениям. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день Козерог может оказаться в эпицентре каких-то разборок и интриг. Звезды рекомендуют Козерогу держать вооруженный нейтралитет и оставаться в стороне. Это не его война. Лучше всего дождаться окончания стычки между коллегами на обочине, как бы ни было велико желание вмешаться и вставить свои 5 копеечек. Сохраняя спокойствие и индифферентность в этой ситуации, Козерог в этот день может сберечь не только нервные клетки, но и деловую репутацию, а также хорошие отношения со всеми коллегами. Водолей. Если вспомнить цитату из Шекспира «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», то можно отметить, что Водолей в этот день метит на главную роль. В этот день он будет привлекать внимание публики, а уж кого сыграет – рыцаря, злодея или героя-любовника – зависит только от Водолея. Гороскоп предлагает ему не тушеваться, и раз уж вы находитесь в ярком свете софитов, впечатлить своих зрителей. В этот день Водолей способен проявить лидерские качества, заслужить доверие людей, показать во всем блеске свои таланты и умения. Любовный гороскоп для Водолея.
Водолей в этот день будет особенно нуждаться в поддержке любимого человека. Какие-то события могут вывести его из душевного равновесия, и чтобы компенсировать это, ему потребуются дополнительные обнимашки. Чтобы получить необходимую порцию ласки и любви, Водолею в этот день не стоит приносить свое плохое настроение домой. Расскажите о своих проблемах второй половинке, но не срывайтесь на нее, иначе в ответ вместо утешения в этот день есть риск получить новую порцию негатива. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день Водолей могут пробудиться великолепные организаторские способности, этому будет способствовать сама ситуация. Водолею невольно придется распределять обязанности, ставить задачи и контролировать их выполнение. И он справится с этим, доказав, что талантливый человек талантлив во всем. Впрочем, даже если возможности поруководить другими не представится, Водолей в этот день вполне сможет реализовать свой потенциал, организовав собственный труд, увеличив тем самым личную эффективность. Тайм-менеджмент творит чудеса, поверьте. Рыбы. Этот день может доставить рыбам немало беспокойств, даже если объективных причин для этого нет. Просто рыбам трудно будет определиться с каким-то решением, и такое состояние неопределенности может их нервировать, заставляя метаться из одной крайности в другую. Гороскоп советует не напрягаться из-за тех ситуаций, на которые вы не можете повлиять. Пройдет совсем немножечко времени, и вы четко увидите, как следует действовать. А в этот день берегите свою нервную систему и возьмите тайм-аут. Любовный гороскоп для рыб. В этот день рыбы будут буквально излучать обаяние. Если они хотят обратить на себя чье-то внимание, этот день отлично подходит для соблазнения. Гороскоп советует: подчеркните свою неотразимость соответствующим нарядом и смело отправляйтесь на охоту за сердцами. В этот день рыба способна добиться желаемого, применяя запрещенные, конечно же, приемы: глубокое декольте, адресная стрельба глазами и откровенные комплименты. Сексуальность рыб может помочь им не только в отношениях со второй половинкой, но и в решении рабочих моментов или для получения скидки в магазине. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день рыбам как никогда требуется максимальная внимательность к деталям, иначе от них может ускользнуть и безвозвратно потеряться очень перспективная в финансовом плане идея. Звезды советуют рыбам не бояться смелых и нестандартных решений, встречать новые предложения с энтузиазмом, на время приглушив свой скепсис. Гороскоп напоминает: для того, чтобы получить то, чего никогда не было, надо делать то, чего никогда не делал. В этот день рыбы смогут здорово преуспеть там, где другие просто не увидят никакой выгоды. Вот и весь прогноз, мои дорогие друзья. Спасибище вам огромное за внимание, за комментарии и за лайки. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.